Всем доброе утречко. Мы сегодня с Ритой будем мыть аквариум. Переселим сейчас рыбок, сольем воду и, в общем-то, помоем аквариум и зальем новой водой. Можно. Доброе, доброе. Вот так вот мы едим пельмени, называются. Сейчас. В общем, смотрите, вчера наделали пельмени, вот раз. Вот такие наделали, я не снимала, мы с подружкой лепили, вот еще манты сделала. Ай, вот. Что-то здесь килограмм 3, наверное, вот эти сварить вон. В общем, я засопливила в очередной раз. Вот. Я тут подружка принесла цветочек дифенбахи. У меня есть, но еще. Пока здесь стоят, вообще не знаю, как здесь эту ситуацию разрешить с цветами. Так, сейчас покажу. Тыковка стоит красивая. Вот, сейчас еще займемся аквариумом, все в порядке. Вот, я дорисовала картину, наконец-то. Блин, цвет не передает. Вот этот какой-то неестественный, конечно. Это что у нас на работе. Что-то цветку плохо, да? Вообще плохо. Ну, что-то тоже не его место, что ли. Сейчас так поделаю. Хотя ему вообще все равно. Ну, это такой цветок. Вот. Хотя вот он лезет. Вот у него новые. Такие яркие зеленые. Ярко-зеленые сейчас. Не знаю. Что с ним не так? Кто знает, что не так с цветком? Вот он прекрасно растет. Чё ты тут меня напугала, господи? Вот, не знаю. Может, просто чё? А так он вот как разросся-то, вообще красивый. Это ходит, тут жует. Вот он какой большой у меня, не знаю. Вот, выходной у ребёночка. Ляльчики. У нас такая погодка. Ну и вот с ними тоже надо как-то их, не знаю, чувство приводить. Ой, а с этим разбираться сейчас будем. Так никуда и не дело. Процессор тоже не знаю. Букет стоит. Как бы ничего такого, домашняя обстановочка. Сейчас вот пельмешки сварим. Да, Ритуль? Надо баночки отдать. Это когда приеду, отдадим. А вот, да. Этот тоже что-то не то. То ли зима, я не знаю. Им плохо. Сохнут. То ли что. Хотя, вон, новые дают росточки. Я не понимаю. Вообще не понимаю, почему так. Хотя тут вообще, ну, света достаточно им. Сначала, короче, я вот эту свою для кетчупа сейчас перелью. Тут 400, а здесь 460. Ну, как раз, я думаю, нормально все будет. Вот, короче, переливается. Сейчас она сползет и все, прикольно будет. Такая крышка классная. Да. Мы сняли. Подожди. Вот, 57 лет, да, наверное, или что? Ай. И вот еще. Такая дозатор такой. Рита сейчас вылится. О, прикольно. Пельмеши варится. Вот эти я делала через форму. А, вот эту вот. Я хочу уже одну жевать. Покажи губы людям. Перельем. Рита, в общем, резко запросила кушать. Так что сейчас пельмешки поедим и потом продолжим. А потом будем сливать этот кетчуп-банго. В общем, получается, это же 400 миллилитров, а это грамма, да? Короче, как перевести граммы в литры? Ну, почти 400. Вот если вот это вот взять, все стекет ровно, да? Если... Отпусти, пожалуйста.
Вот, тут на самом деле-то истекать особо нечем. Да, она будет. Но будет 400. Рита с ума сходит. В общем, сейчас, если вот это стекет, все ок. Ну, если нет, тут как бы... Да-да-да-да-да-да. Вот что делает, боже мой. Ну и ладно, короче, вот так вот. Крутенько. Пельмешки с кетчупом, видите. Ну, они еще чуть не остыли, но они хорошенькие. Ой, кажется. В общем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот, переселили рыбок пока что. Ну, она мутная. С этой стороны банк. Внутри она чистая. Все в порядке. Вот такой грязный аквариум стал. И достаточно быстро, на самом деле. Мам, давай, надо рыбу туда вернуть. Нет, Рит, сейчас долго рыбки будут. Вот, ну сейчас все это отмою. Там вон еще ужас какие. И уже это воду зальем, будем отстаивать. У нас еще есть жидкость, которая, ну, очищает воду, в общем, там специальная. Вот, и мы ее туда добавим, она будет стоять. Вот такие дела. Сейчас будем делать сосиски в тесте. Тесто покупное, ничего особенного. Но с пекарни тесто хорошее. Вот, так что сегодня еще постряпаем такие вот штучки. Ритка, что кушает? Не скажу. Не скажу? Ну, не видно же. Ну, ладно. Так что такие дела. Сегодня... Завтра у Саши выходной, сегодня будут, значит, вкусняшки. Чтобы завтра вообще ничего не делать. Вот так.
Вот какие получились красавчики. Не горело что-то, кажется, вот совсем подгорело. Блестят. Сейчас я их вот сюда переложу. Как будто волосы это поцарапаны. Горячо. Такая гора. Конечный результат. Вот булочки. Три там у меня еще доделывается. Какое-то сонное царство. Так спать захотелось. Сейчас я это все прикрою. И вот так вот. Так что такие дела. Всем спасибо за просмотр.